Сегодня мы проводим праздничные мастер-классы по случаю дня рождения храма Василия Блаженного. Пришло много ребят поучаствовать в них. Ниточки можно цветные, там если что, сворачивать колечко. Мне очень понравилось тут заниматься, потому что тут очень классно, хорошо. Добрые люди помогают, и причем это бесплатно. Очень хорошая работа, команда. Мне очень понравилось. Иваночки из сказки. И мы их берем, Скажите, как вы сюда пришли? Как вас зовут? Меня зовут Анна, это Даша, моя дочка. Мы пришли сюда, поскольку сегодня день рождения Покровского собора, побывали здесь на экскурсии, а сейчас попали на мастер-класс. Вот Даша делала ободок, ей очень понравилось, симпатично. Вот посмотри, расскажи, тебе понравилось? Да. Да, нам очень понравилось, спасибо, здесь здорово. Это отлично. Ну что? Давай еще раз. Первый раз на таком мероприятии. Это вообще очень интересно и детям интересно, и родителям, в принципе, тоже можно пофотографироваться, можно совместить, можно сказать, приятное с полезным. Довольны, все очень приветливы и доброжелательны. Спасибо большое за организацию. Поздравляем храм Василия Блаженного с днем рождения!